вы хорошо понимаете, почему я остановился на вашей кандидатуре. Тут даже какой-то закулисный был спор, то ли кто-то недоволен был, почему я на вашей кандидатуре остановился, а не на чьей-то другой. Кстати, Юра тоже рекомендовался на эту должность. Я выбрал вас, потому что вы знаете эту работу. Это непростая работа. И даже несмотря на ваш следственный там опыт, все-таки там на месте эта работа живая с людьми и так далее. Здесь тоже живой работы хватает, но здесь и большая работа кабинетная. Здесь такая управленческая, специфическая работа. И я подумал, если Караева туда направить, погибнет. Может погибнуть, потому что надо привыкнуть. Это один из факторов. И когда мне доложили о том, что вы могли бы работать на этой должности, конечно, я нисколько не сомневался. Ну, наверное, это будет для госсекретариата как раз то, что нужно. Не надо входить в курс дела. Да. Человек вернулся в тот коллектив, в котором он работал, хотя, может, там уже и новые люди, но система понятна. Вы эту систему хорошо знаете, даже шире. Одно из направлений деятельности Государственного секретариата Совета Безопасности – это координация работы правоохранительного, силового блока и иных государственных органов в части профилактики и борьбы с преступностью и коррупцией, в части обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка, а также предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. В этой связи, конечно же, сегодня у главы государства также стоял разговор и давались поручения о необходимости совершенствования и реализуемых мер в этих названных мною сферах, ну а также в повышении эффективности тех способов, тех механизмов, которые выработаны и реализуются госсекретариатом в части координации деятельности других заинтересованных и задействованных в этой сфере государственных органов. Глобальных проблем нет ни в одном правоохранительном или силовом. В то же время правильно отмечается, что все зависит от людей, которые проходят службу в этих государственных органах. И понятно, что работа именно с этими людьми, повышение их и профессионализма, все это необходимо решать, всем этим необходимо заниматься, что мы и будем делать.